Сердечно-легочная реанимация. Базовая. Внезапная остановка кровообращения. Вы видите лежащего человека. Убедитесь в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Осмотритесь. С вами все в порядке? Осторожно встряхните пострадавшего за плечи. Громко обратитесь к нему. Вам нужна помощь? С вами все в порядке? Позовите на помощь. Помогите, человеку нужна помощь. Ладонь одной руки положите на лоб пострадавшего. Подхватите нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки. Запрокиньте голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути. Приблизьте ухо к губам пострадавшего. Глазами наблюдайте экскурсию грудной клетки пострадавшего. Считайте вслух до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вызовите бригаду скорой медицинской помощи. Сообщите адрес, количество пострадавших, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, предположительную причину состояния, объем вашей помощи. Алло, скорая, Петроградская набережная, 44, корпус 48, 4 этаж, 5 комната. Один мужчина, примерно 40 лет, без сознания, без дыхания. Начинаю сердечно-легочную реанимацию. Встаньте на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему. Освободите грудную клетку пострадавшего от одежды. Основание ладони одной руки положите на центр грудной клетки пострадавшего. Вторую ладонь положите на первую, соединив пальцы обеих рук в замок. Делайте компрессии грудной клетки. 30 компрессий подряд. Руки спасателя вертикальны, не сгибаются в локтях. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Сделайте искусственную вентиляцию легких. Защитите себя. Ладонь одной руки положите на лоб пострадавшего и пальцами этой руки зажмите нос пострадавшему. Подхватите нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки. Запрокиньте голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути. Сделайте вдох. Обхватите губы пострадавшего своими губами. Произведите выдох пострадавшего. Повторите выдох, продолжайте сердечно-легочную реанимацию до приезда бригады скорой помощи, когда она готова вас сменить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Я готов тебя сменить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30.